В Донецкой Горловке после недолгого затишья снова интенсивные обстрелы. Украинские силовики атаковали жилые кварталы ранним утром. В результате погибла женщина. Еще 5 человек получили ранения различной тяжести. Снаряды попали в крыши 5-этажек, расположенных в центре города. Также повреждены 2 школы и детский сад. По информации мэрии, в ближайшее время ожидается приезд наблюдателей ОБСЕ, которые зафиксируют последствия обстрелов.